есть, например, грамота царя Александра I, который после взятия под контроль Грузии, он благодарит армян за то, что армяне помогли царским войскам занять Грузию. И в письмах он пишет своим генералам, что ну, надо с армянами поаккуратнее, надо их поддерживать и так далее, и так далее. Но после Александра I многое стало меняться в российской.